В Курганской области зарегистрирован новый случай коронавирусной инфекции. Это мужчина, житель одного из районов Курганской области. По роду своей деятельности мужчина занимается грузоперевозками и бывает в других регионах. Он обратился за медицинской помощью и установили, что у него коронавирусная инфекция. В настоящее время он находится на лечении в инфекционной больнице города Кургана. Организован отбор материала у членов его семьи и всех, кто с ним контактировал. В настоящее время в Курганской области зарегистрировано 4 подтвержденных завозных случая новой коронавирусной инфекции. 3 человека находятся на лечении в инфекционной больнице города Кургана, 1 выписан по выздоровлению. У всех, кто находится на лечении, состояние удовлетворительное.